Над створенням проєкту автор працював 2 роки. Загалом за цей період зробив понад 70 робіт, але виставковий зал вмістив лише 35. Ідею подібних фотоекспозицій митець запозичив у закордонних колег. В Україні такі світлини робили у фоторедакторі. Євген Гомонюк вирішив дещо змінити принцип. Я решил сделать намного упростить этот как бы путь, чтобы это мог делать каждый, даже школьник или там какая-нибудь инициативная бабушка, фотолюбительница. Да, что можно просто взять старую фотографию в руку и совместить с ее существующим пространством в нынешнем как бы время, тем самым показав взаимосвязь времен. Спочатку для фотографа це було просто хобі. Євген і не думав про виставку, але з часом робіт ставало все більше. Многих действительно пейзажей, зданий я за свои года не застала. В интернете, да, встречались мне подобные работы, но заграничных авторов, фотохудожников. И было бы всегда интересно посмотреть на Николаев с такой стороны, настоящее и прошлое. И, в принципе, Женя Гомонюк нашу прихоть воплотил. Честно говоря, очень неожиданно, потому что многие фотографии, голова ломается, откуда они взялись, эти старые фото. Я думаю, что этот вопрос потом ответ узнаю. Очень удачно, очень красиво, очень умело соединены, очень красиво все скомпоновано. Подивитися на фотороботи Євгена Гомонюка у міському палаці культури та мистецтв і посушити над ними голову миколаївці мають можливість до 11 травня.